Humble Bumble Games. Old Moor. Special thanks, Anthony M. Ranches. Обработка данных. Выбирая принять, вы разрешаете Old Moon, а также Humble Games собирать и обрабатывать такую информацию, как ваш IP-адрес и обезличенные данные об игроке. Например, об используемой операционной системе, часовом поясе, разрешении и языке системы. Информация анализируется в обобщенном виде, что позволяет нам оценить взаимодействие игроков с целью улучшить ваш игровой процесс. Для анализа собранных данных мы можем использовать сторонних операторов, например, аналитические платформы. Мы никогда не передаем ваши данные третьим лицам без вашего согласия. Вы можете в любое время изменить настройки совместного доступа в меню игровых параметров. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Вроде по звуку все в порядке. Есть звук игры и есть звук меня. Ну, в порядке это назвать, конечно. То у меня язык повернулся, да, как говорится. Сейчас я чуть-чуть уменьшу звук игры. И себя переставлю. И, собственно, начну. Итак. Я максимально собран, спокоен. У меня есть одеяло, подушка. Вот здесь я и сплю, кстати. Вот где я играю, там и сплю. У меня только диван. Кровать у меня нет. Поэтому могу вот так вот сделать. Накрыться, весь закопаться. Добавить еще диванных экспертов сюда. Вот. Итак, что у меня на столе? Фасоль. Гранатовый сок. Козье молоко и самогон. Далее. У меня так много установленных игр за период, который я не играл, что я подумал, что надо их позапускать. Если вдруг прям залипну, конечно, то это неизбежно. Я буду играть сколько смогу. Далее. Ходил недавно на стрижку. И мне отрезали хрящ от уха. Вот он. Вот здесь. До сих пор заживает. Ладно, может, будет дальше рассказать повод. Ну, короче, это фигня все. Так. Расскажу про игру, которую я запускаю. Игра называется... забыл как, сейчас узнаем. Ghost Song. All от разработчиков Old Moon. Они меня предупредили, что могут использовать все мои данные. Так что у нас с ними как бы родственная связь. Русский есть. Это уже говорит о том, что... Ну, ладно, нет. Полотенце... Ой, одеяло это точно лишнее. Сейчас. Ну, как в халатике сижу. Я человек популярный, но не на Твиче. Никто сюда не зовет народ.
Так или иначе, я бы хотел, чтобы сюда подгонялся народ. Потому что поболтать — это я гораст. Так или иначе, если сюда подтянется народ, то хорошо. А если подтянется в другое место, или, например, здесь появится, или там появится в другом месте и скажет: «А почему ты стримишь на Twitch? Постри, пожалуйста, в другие места. Мы типа тебя ждем, я туда с радостью приду». При этом настрою все гораздо качественнее. Все дело в том, что я жлоблю. Бля, я жлоблю, кстати, приличную сумму. А я думал, $7. Я вспомнил, что подписка LightStream для того, чтобы прилично, как человек, достойно стримить с Xbox на компьютер для людей, где у тебя отображается какая-то графика, где у тебя есть отдельное видео, где ты можешь менять сцены, стоит практически 50, по-моему, 9 или $69. То ли за неделю, то ли за месяц, я даже могу ошибаться. Но это не мой выбор. Я тут не зарабатываю, я просто кайфую, играю в что хочу. Слушаю музыку на самом деле больше. Как вспомню, ой, какая музыка была в Overwatch. Ой, при запуске первом. Потом при втором запуске другая была, но она стрёмная. Вот такие дела. Собственно, что могу рассказать? Пришел на стрижку, и мне барбер отстриг ухо. Ебать! Прям по хрящу. И он такой, как бы, а хрящ, он реально нечувствительный. Ну, в смысле, я реально ничего не почувствовал. Такое чувство, что что-то не так. Ну, не как прям, что... Ай! И то есть я даже не дернулся, он такой... Хшик. Почувствовал, что ножницы коснулись кожи. Я такой... Вот там меня не резанули. Он такой, да нет, вроде. И дальше мне убирают вот здесь с шеи волосы. Ну, да. И потом такой говорит... Ой, резанул. У меня кровь начала хуять по всему уху. Я сижу в этой штуке. Сижу в этой штуке, которая полотенчика от волос. Она начинает вот тут протекать. Кровь хуя-хуя-хуя. Я в зеркало смотрюсь. У меня тут капля такая по всему уху. И прям смочки. Засуетился. Я говорю, слушайте, только дайте, пожалуйста, сейчас эти колонны, спирт, мне, блядь, только это важно. Бать, потому что ножницы, понимаете, ну, ими он стриг 1000 людей. И просто, давайте обработаем. Я, короче, дальше сам запинтуюсь. Вот просто налейте на меня литр одеколона. И мне этого достаточно. И все будет нормально. В итоге все нарили, администраторша пришла. Ну, он странный, конечно. Не знаю. Наверное, как и любой барбер, они меня бесят на самом деле. Они дохуя самоуверенные. Я уходил от каждого парикмахера в какое-то время. Потом это барберы стали. Который говорил: я вообще-то знаю, что я делаю. Ты дурак, блядь. Если тебе говорю, не надо нахуй. Не надо мне, ну, я, может быть, сложные вещи говорю. Ну, давайте разберем меня, хорошо. Я прихожу, говорю полубокс, блядь. Это сложно? Нет. Полубокс — это классика после бокса, только, например, на 6 на 8, я знаю это, на 6 на 8 сантиметров. Дело в том, что у меня самого опыт есть... подстрижки там, бритья народу. Кто вдруг посмотрит и вспомнит, вспомните, как я 6 человек в подъезде побрил. Не побрил, прям в смысле на лысо, а каждому тогда была модная прическа какая. Ну, как у футболистов, типа, здесь чик-чик, тут тук-тук. Но не как у Димы Билана. У Димы Билана это у меня было. Сейчас скажу, в каком году. В 2009, да. Когда Never Never Let You Go.
Так, проверяю еще раз звук. Всегда переживаю, потому что ебать я с этим стримом по такой пиздатой игре. Fall Days. Ой, I befall to all. A Fall Guys. Блять, не то. Ну-ка. Все, говорю, все нормально, мам, алло, все нормально. Ну, вроде да, игру слышно, музыка приятная. Давайте сыграем тогда, что, а то я что-то, ну, ладно, про стрижку закончу историю. В результате, что получается? Я говорю, ну, меня все проспиртовали, повесили бинтик, кровь перестала течь, девушка каким-то синим раствором налила, говорит, это останавливает кровь, я такой, заебись, ну, типа, она шарит или что, или в чем дело, ну, ладно. Говорю, ну, что, я просто так пойду, что ли, у меня тут шея не выбрита, это, давайте уже заканчивать. Не, он подстриг нормально, говорит, я впервые в жизни, типа, 6 лет за ним стригу, и вот я говорю, блять, мне 31. И меня тоже впервые в жизни ухо нахуй резанули. Типа у нас много общего, блять. Вау! Сюрприз сюрпризов. Вау, неужели так бывает? Ну и вот, говорю, ну скидочку сделайте, да, и там как, так, типа, да мне похуй, блядь, на самом деле, оно даже не болело, то есть прям странно все. Просто хрящили, порезал. Он мне с таким же успехом мог сделать это, короче, пробить хрящ и поставить серьгу туда. Я бы не отказался, кстати. Но я и так уши проколоты, но я серьги не ношу, там все заросло уже, наверное, давно не носил. В итоге, в результате, подстриг меня, побрил шею, там все, виски косые прямые, тыры-пыры. Подхожу на кассу, говорю, ну, а там все в курсе. Даже соседняя косметология была в курсе, где массаж делают. О том, что местный парикмахер отрезал ухо молодому человеку. Я такой, ну, там, я уже, ну, а прежде всего я оделся, потому что я вообще думал, блядь, не платите, просто съебать, типа, ну нихуя себе. Ты чё вообще такое, нахуй? Да мне похуй, что ты первый раз, блядь. У меня тоже первый раз, блядь, ухо отрезают. А это могло быть целое ухо. Ладно, блядь, кусочек хряща. И в итоге я подхожу, она говорит, сколько с меня? Она говорит, 590 рублей. Я такой, чего, блядь? 590. Она такая, ну типа, ну, подождите, молодой человек, ну, вот ситуация, и 15%. Я с ума сошел. В этот момент я говорю, давайте, короче, ладно. Блин, я мог, конечно, не, реально имел право вообще там все что угодно устроить. Ну, типа, у меня не болело. Не знаю, почему, кстати. У всех не болит хрящик? Ну-ка. Помечаю себе. 14.50. Вопрос. Болит ли у вас... болел ли у вас хрящ на ухе? Блядь. Хрящ на ухе. На ушах, а что на ушах? На ухе, да? На ушах. На обоих ушах. Короче, ну в итоге, я говорю, блядь, давайте. Пиздец, ну 590. Ах, это же 595. Вот, меня вот эта штука просто вынесла. Я говорю, какой, блядь, 595? Ты шо, не шо? Ну это внутри себя. Я говорю, давайте, короче, 500 заплачу. Я считаю, это компромиссно. Она на меня посмотрела, подошел.
пожалуйста, давай так. Он там все понимает, как он жестко накосячил, блин. Ну, это потому что, ну, это нельзя объяснить. Ну, в другое время, говорю, я человек лайтовый, нормально. Если бы это была другая история, ну, не знаю, вообще, когда я чувствую, что меня от чего-то ограждают, я говорю, я прям упираюсь, а нахуй ору, там устраиваю истерику, крики и бешенство. Но не в этой истории, потому что, в принципе, подстригло меня хорошо. Жалоб никаких на него не имею. Ухо зарастает, не болит, сплю спокойно, мыться могу. Это уже радует. Вот. Особо во всяких, кстати, смотрю, вот сейчас меня где-то там хотя бы можно увидеть. Нет, вы чё, в такие игры вообще люди не играют, а я себе еще поставил. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, ладно, не жертва. Я, может, и не начну играть. Так, попиздим, поболтаем. А чё? Чё в этом плохого, кстати, да? Кстати, ничего, я считаю. В общем, такая история произошла со мной в парикмахерской. Ой. А, правильно, да, сказал. Ладно, чё, это одна история. Другая история. Я ночью плохо сплю. И вообще сплю иногда по 4 или по 16 часов в день. Ситуация произошла такая, что я подумал, а чем бы мне заняться в момент, когда я не сплю? Ну, типа, можно заниматься всяким, по-любому. Я человек опытный, гоняю там, ну, в смысле, что гоняю? Я по работам, по миру, по стране вообще катался изрядно и прилично даже уже с точки возраста своей. Понятное дело, никак. Там заядлый путешественник Варламов или Артемий Лебедев, который сегодня там, завтра там. Я, наверное, мог бы себе такое позволить в целом, если бы постарался. Если бы понимал... Хотя, слушайте, что сейчас загадывать? Говорю, все, заходите на мой ютубчик. Там я уже все написал о том, что чему посвящу ноябрь. Ничему. Сплошной гедонизм, саморазвитие, буду читать, лежать и по ночам, о чем хотел рассказать, буду работать в Яндекс.Лапке. Мне не хватает физухи, и при этом хуй ты меня заставишь сходить в тренажерный зал. Ну прямо, прям, блядь, меня так это бесит. Мне прям не нравится. Я типа не понимаю, зачем я и чем я там занимаюсь. И потом такой... Нахуя? Нахуя я этим всем занимался? Просто что? Ведь если ты занимаешься спортивной нагрузкой, то есть ты хочешь какой-то результат обрести, тебе это надо делать на постоянке. Меня один раз это бесит делать. А два? Ну, извините. И я, сходив на одну смену в Яндекс.Лавку, потом на вторую, ощутил бодрый заряд такой физухи, потому что Яндекс.Лавка, она вообще, знаете ли, не для этих, не для слабых духом, я бы так сказал.
Совсем не для слабых духов. 8 палетов — это, извините меня, 5-литровка. А, 65-литровка. Сколько это литров? 60 на 5, 5 и 5 — 25, 5 и 6 — 30. 300 литров. А, ну это херня. Не, это херня, на самом деле. Вот именно, поскольку это херня, мне, в принципе, в ночь... Ну, понравилось работать. Спокойненько. Таскаешь предметы. Ты как бы игрущик, как бы кладовщик. Оплата приличная, скажу вам я так. Но пока денег не получу, все равно не скажу, что сколько. Потому что не верю я всякой хуйне. Мне вообще говорили, что ничего таскать не буду, буду собирать товар. А ночью собирать товар, это, понимаете, это... Ну, там хорошо, максимум. Ну, 25 заказов. Ну, это максимум. И то, это вообще, типа... Ребят, ну чё, нахуй, блядь, вы где там? И мне чем заняться? Можно я почитаю, полежу, поиграю там? О, кстати, у меня есть Steam Deck, я буду играть в Ведьмака. Вот это в таком настроении. Да-да-да-да-да. Но в итоге, в результате, там оказалось все не так, и там оказалось реально все ультра-турбо-жестко. Физуха прям прет. И я чувствую это в руках, в теле. Если вы понимаете, о чем. Извините. Вот. Так-так. Че-че-че. Че я могу сказать? Пока что ничего. Не то, что мне не хочется играть. Понимаете? Наверное, просто я больше уважаю диалогов, формат общения, потому что игру, которую я жду в данный момент, ну, реально, я не буду скрывать, это 13 ноября, Humankind. Мне, типа, вообще похеру, что там сейчас выходит. Лучшая игра в мире, понятное дело. Warcraft 3, Fortnite, Max Payne, Цивилизация. Еще несколько, сейчас не вспомню, чтобы, не дай боже, их в неправильном порядке разбить, лучше подумать. Но всему есть предел. Настолько большое количество игр сейчас выходит. На Unity, на хуюнити. Что попробую успеть в них поиграть. Но вот эту игру я запустил, и я уже доволен. Играет прекрасная музыка, она не остановилась, она переигрывалась, переливалась. Причем приятно, без проблем, так сладко, так нежно, так гладко. Это дорогого стоит, я вам скажу. Слушайте, сделайте хотя бы так, да? Сделайте хотя бы так. А потом ничего не делать. Уже хорошо. Мне приятно. Я, конечно, не буду в категории Jazz Cherry. Но я перепроверю себя еще раз на звук. Итак, старт. Вот, помечаю себе. 0024. 25. 0025. Проверяю свой звук. Итак, это Госсонг. Госсонг, Twitch TV channel. Подписывайся, ставь лайки. Итак, это Госсонг, Twitch channel. Подписывайся, ставь лайки. Вот так вот. Вот так и надо. Нежно, по-доброму. Так, возвращаю звук игры. Так, игра Госсонг. Это первая игра, которую сегодня попробую на этом стриме, чтобы поиграть, попробовать. Я себе тоже запишу. Госсонг. Первая игра. Название будет... Thank you.
добрый разговор. Стрим. Вот так и будет называться. А дальше будут перечислены все игры. Все игры. Все игры, в которые я буду играть. Не буду скрывать. Я сегодня уже поиграл в игру Praetorians. Если кто помнит, на компе она выходила в период Age of Mythology, Казаки, по-моему, первые, не помню, Back of War или вот. Снова война, по-моему, назывался. Она тогда выходила. Или раньше. Могу ошибаться, короче. Ну, точно не в период Стронгхольма. Точно не в период Стронгхольма, потому что был раньше всего этого дерьма. И, значит, что было? Я запустил. И, в принципе, все понятно, но управление настолько убогое, что, ребята, в такое играть будет только Саду, Мазу, Ахист. Хейст, ограбление. Грабитель. Нет, блин, не знаю точно. Я знаю, что offer это часто. Два, семь, тридцать. Я буду помечать везде звездочкой. Короче, хочу научиться овладеть тайм-кодом, чтобы, знаете, чтобы было просто комфортно зрителю. Я ведь всегда стремлюсь так, чтобы было всем вокруг комфортно. И обидно, когда кому-то некомфортно. А тем более, когда самому некомфортно. Вот. Поэтому... обязательно. Итак, ставим лайк, подписываемся, донатим. Не забывайте донатить, потому что каждый ваш донат, особенно напрямую в Тинькофф, поддерживает меня и мое настроение. Я могу делать больше, могу не переживать о завтрашнем дне и когда засыпать, думать о вас и о будущем, чтобы оно стало более светлым, добрым, чистым и правильным. Итак, мы стартуем. Metroidvania Ghost Song. Это Серега Качинский. Twitch канал. Забыл, как называется он у меня. Сорян. Качинский Секси или Качинский Бу. YouTube канал Бубу Качинский Секси Бу. Блять. Я только недавно понял, какой надо было, как надо было назвать всю свою медиа-империю. Love Catch. LoveKach. Love Catch. Понимаете? Блядь. Я не везде перебрал, конечно. Но в основном количестве я перебрал, и эти имена уже заняты. Хотя больше всего... это имя подходит именно к мне. Ко мне. Как всегда, третье окошко. Стандарт исследователь. В такой игре игра задумывалась над не самой легкой из дополнительной награды за прохождение. Если вы опытный игрок, играйте в этом режиме. Сложность можно менять лишь в начале новой игры. А подождите, а можно попробую? Скажу вот так вот. Сейчас. Все, я понял. Самый лучший вариант – это, конечно, микрофон ближе к рту.
Все, я услышал. Итак, в данном режиме снижены штрафы за смерть. Потери наногеля минимальны, а скафандр не получает длительного урона. Также здесь еще несколько изменений для облегчения игры. Игра остается чуть сложной, но неудачи не так страшны, если вы не уверены в себе. Играйте в этом. А, если вы не уверены в себе, играйте в этом режиме. Ну, нет, я хочу попробовать нормальный experience. Однажды. Все, ладно. Ну-ка. Метроскафандр. Много лет молчал. Но сегодня в нем что-то шевельнулось. Что-то новое. Музыка прекрасна. Чуть-чуть света добавлю. Режим изображения игры. Чтобы чуть-чуть картинка была живее. That's you. Ого. Вау. Ага, у меня сразу что-то есть. Так. У меня нет руки, но... Это всегда прямо. А вот это так. Блин, чувствую, придется часто целиться. Ладно, побежали налево, потому что так принято в метро 2. Выглядит очень симпатично. Ой-ой-ой, что это? А я что, я не могу победить? А, голова! Вряд ли мне в эту сторону изначально надо, но я эту сучку сделаю. Мне единственное не нравится, что, ну, вы чё, угораете? Такое количество урона надо наносить. У меня пулемет или что? Бля! Не в жопу. Ну-ка, я просто их завалю. В жопу. Что в казах, блин? А есть у меня какой-нибудь эстус? Ебать, это что вообще за дикарка такая? Иди нахер! Что это такое? Лупота. Не-не, все нормально. Нормально. Не то, что я сразу типа вау, гореть начинаю. Просто пытаюсь понять игру, а я достаточно быстро все ухватываю. Мне таролог однажды сказал, что у меня большой дар. Я быстрее понимаю происходящее, чем оно происходит. То бишь, я уже знаю, что, например, мне здесь не рады. Я уже знаю, что мне надо удалить что-то. Или откуда-то уйти. Или куда-то прийти. Просто по наитию. Я задаю вопросы всегда правильно. И это мой дар.
и у меня его не отнять. Другое дело, что я им должен правильно воспользоваться, чтобы реализовать себя. И именно так бы я хотел, чтобы произошло. Вот, я, кстати, яркость подбавил, и у меня, по-моему, пересвет такой дикий. Не то, что я избавлюсь от этого, но, ребят, глазки надо беречь. И, кстати, очки надо надеть. Я пробую. Ну-ка. Я вот вроде вижу. Не, ну тепленькое, конечно, надо. Тепленькое. А, бери пока тепленькое. Это откуда, я не помню. Вот так. Ну так и поставлю. Ну только свет поставлю потеплее, да? Раз. А вот так вот сделаю. А что мне? Что мне мешает? Ничего. Давайте попробуем завалить эту волосатую штуку. Мне очень нравится. Сразу скажу, я прекрасно понимаю об этой игре все уже. Мне все понятно. У нас будет появляться все большее количество возможностей. Мы будем заходить все более темные и тяжелые трущобы. Будет достаточно много, как это, релокейта, когда приходится много раз забегать на одну и ту же локацию. Но самое тупое пока, что я увидел, это то, что... Я должен нанести 500, сколько, 800, 900 патронов, пуль, чтобы было все нормально? Или мне надо драться в рукопашке? Хорошо. А дэш, и у меня нет дэша. Ага, камеру можно приблизить. Кстати, это вот лучше так. Дэш работает вроде? Нет, никакого дэша нет. И это очень плохо, кстати. Это мое ревайвл. Опа. А что у меня? Вот, ну, по голове настрелял, и все хорошо. Мне как будто бы сразу впихивают босса какого-то. Иди нахер. Иди нахер. Побежит там. А вот все. Как бы все очевидно и понятно. Пошла она. Ну как бы. Вот пройдем ее. Если это реально. Ой. Оп. Все, всего есть дальность, всего есть как бы. Прикольно бегает. Блин, выглядит анимация очень хорошо. Мне всегда нравится, когда 2D-анимация выглядит плавно. Ёпта, ты чё? Ты чё? А чё она бегала и там-то? Я же в неё даже не стрелял. Она чё, просто так? Лопота. Обратите внимание, у меня заканчиваются хпшки, все как бы лимит общего количества здоровья заканчивается. Музыка. Короче, пошла она в жопу. Я даже ее трогать не буду. Например. Хочу
сюда пришли, чтобы проверить малое скопление наногеля. Вот и все. А, здесь можно фармить, да? Получается. Это точка бесконечного фарма. При этом будет супер бешеный. А на кого он похож? Он похож больше на Бонифация, наверное. Я попробую. Раз на Нагиле подфармим, прокачаемся сразу так, чтобы... Вот, в отсутствии дэша, как я должен был увернуться, если бы она просто полетела? Прикольно, что у всех, конечно, в руке пушка. Вот такой в мире свое настроение. И очень здорово, что в отличие, например, от того же Hollow Knight, тебе уже автоматически... Тебе уже автоматически все эти штучки подмагничиваются, которые тебе, ну, в принципе, нужны. Целиться неудобно. Бля. Давайте не бойтесь. Сергей Дальше, давайте спокойнее, да? Все, делаем так. Я просто бегу, возвращаю наногель и пройду чуть-чуть налево. Видимо, эта женщина мне пока недоступна. Возможно, там будет дальше второй двойной прыжок, дэш. Но пока что это нет. Что ли делают мужчину? Сразу просто сдался и все прошло. Все, я даже не женщина. 42 мне достаточно. Это 42 это ответ на все. Время идет 41 минуту, 20 минут из них я пиздел. Сейчас я играю. Да-да-да. Не, строгость я понял. Думаю, я там за 30, за 30 штук перешел. Слушай, мне не нравится то, что надо стрелять по 1500 патронов. Типа это не очень, это реально глупо. Если у тебя есть пушка, и ты можешь ее использовать. Чтобы прицелиться, зажмите кнопку. Кстати, чувствительность можно понизить? Добавьте свечение для тех, кому сложно осветить. Да, конечно, это я. Цифры убрать, интерфейс показать, динамика, да, не надо ничего. Давайте красиво пускай все будет. Слушайте, в игре все прекрасно, кроме того, что
тебя вырубают за 3 патрона, а ты должен за 700 патронов настрелять. Еще и женщин тут обижают. За женщину мне дали. Понятно, это на 900 лет я эту игру возьму. Ой. Ну не надо, такое есть. Это же как душа, наверное, была. Цветок? Цветок. Как ты так быстро растешь? Озвучка очень крутая. Не, вообще игра с точки зрения визуальной мне прям, ну, вкатывает все, мне очень приятно. Я даже не сразу готов купить. Опа, вижу, что их там трое. Одному в жопу настреляли. Другому. Третьего. Наверное, это больше всего и похоже на Метроидванию, да? На саму Метроид, да? Туда не буду спускаться, подождите. Ага, вижу. Ну-ка. Не-не-не. Блин, у нее такой короткий удар. И нет дэша, это, конечно, кошмар. Какая-то улыбчивая женщина. Вич, ТВ Channel. Так, стопы, вот такие вот чуваки. Чего начинается? Не. В эту игру я играть. В эту игру. Я играть не буду. Ну это слишком. Давайте дойдем до точки сохранения. Потому что, ну это несерьезно. Что это такое? Я просто должен тратить время на патроны, стрельбу какую-то левую. Как ты так быстро растешь? Что это такое? Вот ебаный отвечает, должен что ли стрелять? Ну пошло оно нахуй все. Это прикольно, жутко. Норберг лаборатория. Понятно, мы опять играем каким Dead Suit, учитывая, да, что мы играем каким-то выражением человека, который уже погиб. Это очень какая-то сейчас современная тенденция, что мы играем альтер-эго, синтом того, кого уже с нами нет. Возможно, это наше будущее,
в целом в этом есть романтика и есть, конечно, опасения. Повысить уровень. Это статуя? Нет, это не статуя. Я хочу огневую мощь повысить. Звук прикольный. Сохранится. Да. Вот и все. Мы сделали это с этой игрой, и мы пойдем в следующую. Потому что я не скажу, что это плохая игра, но меня она чуть-чуть не устраивает. Выпьем. Итак. 0052. Конец. Ghost Song. Всем любителям Metroidvania рекомендую. Попробуйте обязательно. Великолепная музыка, офигенный арт, очень плавная анимация, странные враги. Даже первый босс странный. Просто тот же чел, только с цветочком. Что впереди будет ожидать? Да то же самое, только будет навалять способности. И это не Hollow Knight, конечно. Поэтому ставлю твердую 4 из 7. Наверное. Не, ладно, музыка. 5 и 6. Оценка. 5 и 6. Совмещаю все. Ладно. Нет, но больше я не могу поставить. Больше не могу. 5 и 6. Ладно, нет, справедливости ради. Меня реально ни разу не напрягли, даже позабавили какой-то женщиной, которая слева охраняет какой-то сгусток из 30 нанитов. 6.1. 6.1. Эта игра на 6.1. С другой стороны. С другой стороны, они позаботились об озвучке. А вспомните начало дыхания в головной персонаже. А подумайте о том, какая загадка скрыта во всей этой игре. Я думаю, что это 6.8. Эта игра на 6.8. Минимум. Минимум на 6.8. 6.8? Можно ли дальше добить? Музыку оценил. Управление, карта, вот это вот все внутри мне не понравилось. Даже трогать это не буду. И отбирать за это баллы, естественно, потому что, ну, это часть игры, как бы, да? Что можно еще? За что можно похвалить? Звук, музыка, графика. Дизайн. Visual Architect, UE, UI, код, прекрасно, ничего не вылетало, ничего не лагало. Наверное, это финальная оценка этой игры. Итак, вердикт. Шесть и восемь. Ghost Song. Спасибо большое авторам из Old Moon. Погнали дальше.
Ну-ка, здесь сразу тоже проверяем. Есть очень нежная музыка из фильма. Здесь сразу тоже проверяем. Очень нежная музыка. Да, музыка есть, прям прямиком из «Легенды о Зеленом рыцаре». Попробуем игру Medieval Dynasty. Итак, название игры. 57-я минута. Я играл только миди. Недавно находил канал на YouTube, который все современные треки обрисовывает такие корчмарские, как будто их в таверне какой-нибудь играют. Мне очень понравилось. Там, по-моему, весь альбом Kanye West, 50 Cent, Eminem, все перебито на вот такую стилистику. Продолжить. А я ее и не начинал. Поняли, да? Сразу заставка была. Не, я нажму новая игра. Эй-эй-эй-эй-эй. Ну, давайте просто в свое доказательство, чтобы ко мне вопросов не было, ребят. Я ее даже не запускал. И вот это слово продолжить мне очень не понравилось. Оно сразу горит, как будто кто-то приходил ко мне в квартиру и играл, пока я. А я думал, это стратегия. Не понял. Да, давайте выйдем и заново начнем. Не понял. Я думал, это стратегия. Чего? Давайте врагам все понизим до 60. Пошли они нахер. Хочу врагов уничтожать, я не хочу страдать. Множитель опыта. До 140. Эта земля испортится при смерти. Не, ну так. Да и с этим я погорячился. Что это такое? Ладно, 80. Нет, ну ладно, 90. Не, ну 100, ну просто чуть-чуть обеспечим себе. Я уже понял, что я ничего не понял. Я думал, это стратегия Medieval Dynasty. Написано стратегия. Чего? Почему я вдруг увидел Kingdom Come Deliverance? Множитель для ограничения построек напряжения всей игры. Что может значительно повлиять на производительность на поздних этапах. Настоятельно рекомендую составить значение. Не буду, конечно, подойти. Я хочу платить меньше. 13%. Ладно, 30. Ладно. Тоже. Даже самого строгого правителя должен быть 80%. 30% шанс выиграть. Да, так будет справедливо. Давайте попробуем. Добро пожаловать в Medieval Dynasty. Coplitz Production и Render Cube представляют. Я жил совершенно обыкновенной жизнью. Что бы ни потребовалось сделать на ферме, я сделаю это. Быть старшим сыном
Это тяжело. Ну, по крайней мере, мы неплохо зарабатывали на жизнь. И наши тарелки никогда не нуждались в чем-то. А потом пришла война. I lost everything overnight. Я потерял все за одну ночь. The last thing I remember is father pushing me away. Последнее, что я помню, это когда отец сталкивался с меня, кричит, что я убегал. Омерзительный актер озвучивает. Я бы такого выгнал. Сначала я не знал, что делать, а потом я вспомнил. Историю, которую однажды поведала мне моя мама. История о моем дяде Иордане. He made a modest fortune up north. Он сколотил огромное состояние на севере, в мирной долине, вдали от войны. For weeks I held on to that thought. Неделями я крутил это постановление, вплоть до долины из бабьих рассказов. Я мог увидеть это. Здесь я могу начать новую жизнь. Это один из самых худших актеров озвучки, которых я слышал вообще в принципе. Настолько сказать о смерти всей деревни безучастно. Это, конечно, надо быть полным деградантом. Но это, в принципе, я очень много людей таких знаю, которые занимаются озвучкой, но не понимают, что такое актерское мастерство. Все пытаются репетировать и никак. Ну, что-то выпускают, да дай им Бог. Сил, способностей, энергии. Погнали. Открыто место обитания зверей, оленей. Гостовие Дениса Харниса. Так, у Дениса будет жестко. В гостовии Харнисы. Я думаю, в Харнису, наверное, надо идти. Пойдемте. Удар. Блок. Конечно, суховат. Так, это что? О, ёпта, это крафт. Вот так вот устроил. Что я еще должен понимать, что там в желтых кнопках у них там нажато. Ну вы издеваетесь. Ладно, пойдем. А, топор надо. Хорошо. Да! Сделать сурвайвал из игры, где в принципе и так ни хера не понятно. Ладно, идем. Мы всему даем возможность. И это правильно. Мы идем в Харвицу. Корица больше похожа на пиво, поэтому я туда пошел. Да, вот этот лес, от этого леса, вот этот можно забрать, а вот этот нельзя. Вот это камень, я могу его взять. Вот я могу еще камень взять, что еще могу взять? Водичку могу взять? Хочу пить. Выпить. Ой, как хорошо. Ага, вот кустик. А нет, это камень. О, камень еще. Давайте набирать камней. Ну так, ладно, хорошо. А то с дороги сейчас собьемся, потом... Ты чего сразу так? На дело пошел. А третьего... Это готика! Сейчас раз-два, и это окажется лучшая игра, блядь, в истории. Вы чё, ёбнулись? Ну-ка. Нихуя себе. Сейчас сами не поймете, а это реально окажется, ну, просто игрой, которую все в мире ждали. Графика, конечно, как... Ну, наверное, что мне напоминает? Mountain Blade. Да, больше всего ее напоминает. Что могу изготовить? Могу что-нибудь изготовить? Здание смастерить. Смастерить. Ветка, камень, бревно. А ветки нет у меня.
До этих камней набирать. Нифига себе, пока валяются. Там потом по-любому их всех отожмут и заставят только крафтить алмазы. И у тебя не будет ни камней, ничего. Вот. Ветки, вот они. Ага, стелс! А как я поменял камеру? А это что? Стопэ. Ягоды собрать. Да, давай, мы неплохой такой огонек на островом зашли. Да, прикиньте, зайти просто в игру и случайно потухнуть. При этом в нее никто не играет, а это оказывается хит через 6 лет. Что все будут о нем говорить, что здесь можно и ягоды собирать, и камни, и ветки, и ты вообще находишься в средневековье, и у тебя так все здорово, и ты тут играешь огромным здоровым богатырем, а потом там, окажется, можно пиво варить. И все такие: пожалуйста, поиграй. А ты уже... Па. Кстати, могли бы поставить настройки для того, чтобы себя настроить. Да? И чё, я всё прокачал. Сейчас, быстрое сохранение. А, я просто молодец, прокачал себя пока. Что где? Больше опыта, полученное способствует выживанию, лучше переносится колебания температур. Выше... Ну, конечно, лучше больше опыта. Да, я хочу. Поскольку я буду собирать ягоду бесконечно, и ветки, и ягоды, и вообще, я так понял, раз тут столько всего можно собирать, при этом хрен поймешь, что можно, что нельзя. Там окажется какой-нибудь легендарный предмет, топор. Вот чем ветки отличались от... Ветки чем от ягоды отличались, я вообще не понял. Кто понял, пишите в чат. Ага, я так и поверил. Ну, нет, от третьего лица, конечно, мне больше нравится. Что-то реально в этом есть готическое, что ли, что-то, да? Дайте, ну-ка. То, что можно взять, я просто беру А. А то, что вот надо собрать, я должен зажать. А, это справедливо. Ну-ка. У вас нет разрешения. А, я не имею права строить, ебать. Подожди, что я могу делать? С каменным нож могу сделать. И могу сделать топор. Брат, ладно, чё. Никто тебя не осудит, чем ты занимаешься. А как я могу выбрать, что... А, вон, все, я понял. Это пустая рука, а вот топор. Давай. Да, одной рукой. Блин, мы, слушайте, играем реально за очень мощного. За очень мощного мужика. Я говорю просто... Вау. Ель, ель от клёна отличается. Давайте вот сколько есть, один топор потрачу и дальше по сюжетке пойду. Слушайте, интересно как.
А, просто взять, да. Восстанавливается, да? То есть топор не испортится. А, и можно выкорчевать его прям. То есть взять и вытащить. А как инвентарь? Что, надо выкинуть? Бревнишко. Бросить раз. Не, ну, 4 давайте штуки принять. А сколько у меня максимум вес? Не вижу. Все в картинках таких, типа... Ну вы же средневековый, вы вообще нихера не должны понимать о своей жизни. Вы просто типа ветка, камень. Сейчас увижу. 18 лет, кстати, прикольно. А, вот, 35 из 36. Ну, ладно, еще бревна выкорчу. Мне нафиг не надо. Я молодой, мне еще 18 лет. Похрен я бревна таскаю. Мне надо девушек любить. Ходить, бухать, пока здоровье есть. Давай еще. А, подождите. Вот вес. Не, одно бревно возьму. И посмотрю, что могу создать еще. Вау, сразу так много всего. И кирку, и деревянную лопату, и каменный нож. И копье. И мотыгу. Дрова хочу. Да, о чем мне бревна таскать? Стелс. Охота. Ебать. Слушайте, господа. Господа. Вы звери, блядь. Вы чё, хотите, чтобы я тут... Так, кстати, с пути я не сбился. Мне надо добежать до... Нож себе всё-таки сделаю. А копье это как кол? А чё? Оружие менять, как я не понял. Давай нож все сделаем. И вместо... Ой, в инвентаре столы, вот это терпеть не могу, когда просто меню, вы чё, ёпта, вы разделите все, не, так не пойдет. Хорошо, как мне использовать?
Нож. А, вот, все, понял. Да, сука, блядь. Слушайте, как бы эти разработчики не охуели? Я читал, что это стратегия. И я сейчас бегаю за зайцем. Вы что, ёбнулись? Опа! И музыка хорошая играет сразу. Вот так вот. Потому что надо знать, как кролика сожевать. А что, мех? Мох. Наверное, это проблема в таких играх, что, типа, если тебе дают возможность все и сразу. В руки балку. С кем? Как в Fallout 76 со смотрительницей встретиться. Ага. Ну, это не Fallout 76, честное слово. Даже не рядом. Ну, пока честно скажу, что все неплохо. Зайдем на успех по-любому. Интересно? Да. Это я вообще читал про стратегию. То есть, прикиньте. Сейчас Керак это реально такая. А это стратегия. Тебе просто надо добежать до смотрительницы. А там она тебе скажет. Ну все, строй. Вот это твоя территория. Так, ну если зайцы бегают, надо их... Хватит нахуй эту... Ну, попьем. Да, так... Вот было время. Можно было пить откуда угодно. И всегда хорошо было. Не то, что сейчас. Ветки, я так понял, это, ну, ветки и камни, как всегда. Их вроде надо 1000, но при этом они делают такие простые вещи, но при этом, чтобы собрать эти простые вещи, надо 1000 веток. Короче, пока для меня все очевидно. Мне просто одно странно, что я, когда эту игру устанавливал, я читаю, ну, про нее обзор, это, ну... Не обзор, а вот то, что в магазине написано Store, PlayStation. Ой, PlayStation, блядь, пошла нахуй. Microsoft Store. Написано Strategy. Типа лучший симулятор этого средневековца. Короче, бежим, все. Открытое место бита. Кролик. Да, кроликов я видел. Кроликов я видел там, где лоси. Лоси там, где кролики. Где кролики, там волки. Ну нахер. Я просто бегу к смотрительнице. Давайте, я это, блядь, бесконечно могу делать. Собирать. Это в натуре залипуха, я понял. Голубь. Не-не, все прочухал, я понял. Сейчас нож кину, блядь, сука. А, кстати, а чё вот с этим копьём-то? Чё? Здравствуйте, а почему вы не используете наше копье? О, здравствуйте, а я не знал. Блядь.
Ну ладно. А хотя, ну блин, было круто, я хочу в зайца попасть. С таким же успехом. Дайте мне. Не, давайте, что можно. Ресурсы, бревно. Бревно ровно одно. Ну да, ты же, блядь, в средневековье. Тебе, по сути, на самом деле все будет хуево. Еда худшая. Вода лучшая. Чё могу? Недозрелая ягода, овсяный рулет. Пища? Ам. Я хочу. Все, вот видите, я использовал все бревна. Бревна — это, оказывается, круто. То есть рубить деревья я обязан, как бы. Но я хочу большего. Я хочу деревянное копье. Управление плохое. Сразу говорю. Я хочу деревянное копье в голубе. Вот это симулятор крестьянина. Крестьянин всегда занимается чем-то веселым. Вот это Гостовия, да, я пошел туда. А, подождите, а почему туда? Я же изначально... Я в Хорницу бежал, потому что это похоже больше на пиво. Ну, понятно. Где идите? Вон. Графика неплохая для своего такого. Но видно, что это пиздец вообще нахуй. Тихо. У нас персонаж еще неопытный, он вообще, блядь, прицелиться не может точно. Голуби, блядь, они умные. Они точно знают, чего хотят. Жрать. Чего? Еще раз. Вернитесь, пожалуйста. Блин, они могли реально скопировать управление не то, что самое удобное с Delivery Club. Kingdom Come, но было бы лучше на самом деле. Не знаю, зачем управление, зачем выбор оружия делать на перекрестие крестовина. Давай, сейчас голуби точно, блядь, ёбаню. Они хотя бы сделали само перекрестие, вот, наверное, о чем я хотел сказать. Да, нихуя не просто в такую мальмёкую хуйню целиться. Ебать! Это с голубя столько... Ну все, это 18+, пизда. Спать, это не игроку, это мне. Не понял. Для крепкого сна нужно построить крышу. Или хотя бы развести костер. Поспать можно в промежутке 7 p.m. до 7 a.m. Post morning, after morning. Если вы заснете, персонаж проснется следующим утром.
Сон в кровати восстановит немного здоровья, а у костра нет. Где бы вы заснули перед сменой сезона, проснетесь утром в своем доме. Походу игра очень глубокая. Так, деревянку приберем и голубя освежего. Мясо, перо. Ладно, а как костер создавать? Надо, это надо всегда смотреть. Я играл когда-то добыча, херня, дома, хранилище. Мастерить топорик, дрова, мешочек, простой факел, деревянный копье, каменный мешок. Это все, что в руке. Костры. Блядь, я понял. Короче, бежим до чувака, пока мы не вырубились. Не-не, гасни факел. По пути будем собирать, что? Маргаритки. Не, на самом деле идеальную игру я себе так и представлял. Вот мы создаем стратегию. Вдруг это становится FPS. Потом от третьего лица. Потом вдруг это становится макроэкономический симулятор. В один момент появляется мультиплеер, блядь. А чё нет? Это звучит идеально. Голубь. Да понятно всё с голубем. У меня уже есть голубь. Из него крови вышло, как из... Не знаю, 6 литров вина. Я чё ещё? Чего? Ребята, это какая-то игра, походу. Я задаю тренд, ребята. Итак, всем привет. Идет 1:30. И я задаю тренд. Всем привет. Это Twitch TV Channel. Серега Качинский. Качинский 6Y. Секси. Бой, B-I-Y, нахуй я себе такое имя сделал. Я играю в одну из лучших игр, возможно, в мире. Когда я ее скачивал, это была стратегия. Когда я начинал, это оказался survival. У меня еще не было экшена, но я уже накрафтил нож и копье. И когда я зашел в деревню, я смог поговорить с первым же попавшимся человеком. Тот Говард, готов ли ты к такому противостоянию? Чем ты занимаешься, пока ты создаешь The Elder Scrolls? Six. The Elder Scrolls. Блядь, вот такая картава этому долбоебу, который у меня в подписчик. Хочу сказать. Нихуя себе, чувак. Ты не прав. Ты что думаешь, ты убежишь от буквы? Ты не убежишь от буквы. The Elder Scrolls. Ты не The Elder Scrolls. The Elder Scrolls. Тупой, блядь. Не надо все так... критично принимать. Надо разделять зерна от плевел, я тебе говорю. Даже если ты эмигрируешь, нихуя тебе не поможет. Куда, бля? Подожди, ты либо и уже эмигрировал, либо ты эмигрируешь. Если ты эмигрируешь, ты никуда нахуй не эмигрируешь никогда. Билет на какое число? Вот так взрослые люди разговаривают, а не вот эта всякая фантастика. Хуета.
Чё тебя вообще вспомнил? А, потому что я не согласен с тобой. Ну, хуйню ты несёшь. Какую-то, блядь, ажурную, ванильную. Хуйня, детский сад. Взрослые люди не так живут. Взрослые люди добывают бревна. Камень. Делают из этого предметы. И потом строят новое будущее. И пока ты там говоришь, я эмигрирую, мы уже, блядь, построим. Ты, блядь, лучше бы эмигрировал вчера. Потому что сегодня у тебя уже нет шанса. Позвольте, я так охренел и так быстро ночь началась. Аж у меня диалоговое окно включилось, что я подумал, что я реально хочу в нее подольше поиграть. Я покушать закажу, позвольте. Такое кто мог ожидать? Блядь, день и ночь меняются. Это что вообще? У меня была возможность погуглить за игру, я бы погуглил. Я вообще пока не понимаю. Просто похавать хочу заказать, потому что... Ну, в принципе, настрой на поиграть у меня есть. Музыка. Алвин, 19 лет, подошел. Я просто побежал. В смысле, это ничего. Это, там даже я пропустил тех, кто встречающие. Я просто забежал вот так вот. И там сразу мне говорят. А что мне говорят? Ну-ка. А, не озвучено. Хорошо. Где я могу найти? Where I can find? Homescott. Wild animal. Where I can fight traitor. Thanks a lot. This all. This all what I want now. Do you слышали? He say answer. Hearing? Do you hear? What did hearing? Ну давай. Вот это как, кстати. Блять, вот подписывайтесь нахуй. Подписывайтесь. Как можно больше, как можно чаще. Как можно больше, как можно чаще. Подписывайтесь. Переводите деньги. Подписывайтесь. Переводите деньги. Подписывайтесь. Переводите деньги. Did you hear some interesting. Where I can find небольшая, не знаю, a little bit беседа, не знаю. Беседа. А ведь это хорошее слово. А, ну, goodbye, понятно? Давай. Слышали вы что-нибудь интересное? Did you hear something interesting? Did или do? Нет, do это делаешь сейчас. Did это вопрос. Did you hear something interesting? Nothing new. Nothing interesting. Okay. Let's continue. Where I can find Homescott.
Thanks a lot. Oh, опа. Thanks a lot. That's all. Все, что я хотел. Thanks a lot. Спасибо за все. Переводится. Thanks a lot. Thanks a lot. Спасибо за все. It's all. Знать. Его задохнул. Это я все, что знал. Знать прошедшее время. Фух, уже голова закружилась. Ну-ка. Алиса. Прошедшее время. Инговое окончание. Конечно. На какой язык перевести? На английское, Алиса, прошедшее время. Инговое окончание. Инговое, блядь. Сука. Это что? Ладно. Вот и столкнулись. Вот так. Ну, слушайте, это 2 дня курса, и я уже знаю, как, в принципе, о чем он говорит, что я ему могу сказать, и знаю даже дополнительные слова. У меня есть ссылка, продам ее. Давайте так. За 500 рублей. 500 рублей. Ссылка на курс по английскому. Сразу, чтобы пиздежа. Пиздежа. Курс не мой. Я просто его сам учу. Но он в открытом доступе. Кто не хочет искать, я персонально каждому скину. И дополнительно скину какое-нибудь стихотворение. Хорошее. Из Рождественского. Из Бродского. Мой любимый поэт. Мамец. Игорь Северянин. Вот. Твардовского люблю. Обязательно что-то скину нежное дополнительно. Нежное. 0.38. Поэтому обязательно пополняйте кошелек. Слушайте, я не самый херовый человек, которому стоит деньги переводить. Поэтому надо переводить не деньги. Попробуем дальше. Traders. Продавцы. О, ну вот все. Thanks a lot. Have a good day. This is, nice to meet you. А где копью мою? Слушайте, ночью почему-то начала тревожная музыка играть. Нельзя! Дать Егор. Ну-ка. Hello, stranger. I drop in village, деревня, долина, не знаю. Давай так. У нас с тобой может скомпоноваться какой-то никакой язык. Долина, английский. Блять, долина. Алиса Долина. Воли, а да, village Воли, да, там forest еще village Воли. Hello, stranger. I drop
Брожу, а не брошу, брожу. I'm going. Going. Go. Иду. А, go, I'm go. Пойду, прошел, иду. I'm go. And volley. And sometimes. But I but I find still place where I can settle in. Ну типа this village, да? Что я могу сделать? What I can help you? Нет, нахуй мне русский переводить, блядь, сука. Нет, переводи мне английский на русский. What I can do it for you? What I can do it for you? Я отсюда вообще не понимаю. Тут настолько много всего, что я реально растерялся. Я лежу, ковыряюсь в телефоне и хочу писать. Типа, где здесь стрим и где здесь я? Слушайте, игра наверняка... Давайте, хорошо. Слушайте, по логике вещей. Я когда ее запускал, я увидел, что это должна быть стратегия. Мне вообще похуй, что вы там несете, нахуй. Иди нахуй, дебил ебаный. Где твоя эта хозяйка? Ольга, Эдвиг, Худвиг, Людвиг, блядь. Вообще похуй. Хозяйка где твоя? Все, теперь я понял. У нашего героя есть свой стиль этого. Чего? Пиздец, я еще тут воровать факелы могу, вы че, ёбнулись? Сундук. Хорошо, вот я скрылся, как я могу, знаешь, меня никто не видит.
Хочу бревно и ветку, да. Да, я несу очень много. Ну, больше я хочу, вот те кастеты какие-то. Здесь никого нет вообще. Вы чё, ребят? А это факел, а это нож. Ну да. Не-не-не. Блять, я вообще даже не представляю, неужели ребята, которые создают эту игру, верят в то, что у них получится ультра круто? Ведь реально может. Ну, стопэ. Ведь серьезно может. Вы уже на потенциал подойдите. Поговорите со смотрителем. Просто другой разговор. А вы что хотите? Я не могу отказаться от мысли. Я скачивал эту игру. У меня было написано Strategy. Я смотрю скриншоты. Там сверху стоят квадраты, где я должен размещать деревни, дома и заботиться о своих крестьянах. Блять, какого хуя я тут хожу, блять, пытаюсь найти самогон и открыть его и налить. Это очень странно. Ладно, чё, проснулась там женщина, с которой я пришёл? Простите, женщина. А, поговорите, смотри. I want Big Spectre. А, пока она спит, буду собирать ветки. Топор есть, да? Как я могу его вызвать? Раз. Очень ужасно. Ну, прям неудобно. Лопату могу сделать. А как? Ну, то, что нельзя вызвать быстрый инвентарь, это странно. Ну, блядь, ну это серьезно. Лопату. Ставить на этот, на кнопку инвентаря, что убирать. А там Джонях. Я уж подумал, что там это, ну, сетевые возможности открылись. Ребятам надо менять управление, потому что, ну, невозможно. Я нажимаю вверх, чтобы что? Чтобы вот сюда. Хотя, а, подожди. А, ну не связано. Настолько весело. Игра пиздатая. У нее большое будущее. Хуярь, Доталова. У этой игры большое будущее. Давай копай, блядь. Решил начать. Ты с чего, блядь? Ты пень вначале выкопать хотя бы. Человек, который умеет делать лопату для того, чтобы выкопать пень, должен выкопать пень и не сдохнуть. Ну, просто интересно. Я эту игру очень уважаю, но по-любому здесь надо дождаться
Что спорно, дождемся ли. Давай копай, ебать. Хорошо, отпусти. А, вот это белое, это вот я только выкопал. Давай, вон заново. Там чё, блядь, вылезет? Супер лимонад какой-то, вы чё, угораете? Очень прикольно. Кстати, обращу внимание на мелочь. Приятно. Очень прикольно. Восстановление трации восстанавливается. То есть он лопату поднял такой, в принципе. И чуть-чуть восстановление, восполнение. Не судите строго. Чего это делаю, просто хочу пытаюсь понять. Я прокачиваюсь или что? Отдохнем, отдохнем. Пойдем быстро воды попьем там, пока лежит. Hello, я все понял. Всего хорошего. Later. Менять управление, блять, пиздец. Рыбу. Просто могу идти по рыбе, по воде. А, ну тут вон, ну это видно. Типа мелкая, мелкая. А, я просто могу копать в любом месте, мне вообще похуй. Устал. Возвращаемся к старому доброму. Так, раз. Омерзительное управление. Реально, ну, создано как для дерьмоедов. Видно, что, ну, просто... Я там не заметил, он какой смотрительница. Слушайте, игра пиздатая, я в нее уже не могу играть. Я просто сделал быстрое сохранение вот здесь в воде. Сохранить игру. Ген. И выйду нахуй. У этой игры огромный потенциал. Но с таким управлением играть в нее я даже не намерен. Ну просто...
57. The Lenin of Тиадин. Все персонажи вымышленные. Рекомендуется контроль. Ну, блядь, я по-другому не умею вообще играть. Подумаешь, что ММР в доте около 7000, да? Порядочные воры. Наслаждайтесь историей без особых памяти. Герой изгой. Герой изгой, конечно. Да-да, очень. В 1895 году династия Цин проиграла войну и уступила ей острова Тайвань и Цин. О, это серьезная тема. Но тайванцы не желали покориться. О, так, все, извиняюсь, это полиция. Так. Все перезапустили. Итак, я завершаю стрим. Этот, и потому что это будет большой стрим, по-любому.